22 мая, РИА Новости. Число людей, помещенных под стражу в Париже после беспорядков на Первомайском шествии, составляет 109 человек, передают в среду радиостанцию Европе 1 со ссылкой на главу полиции французской столицы Мишеля Дельпюэша. Ранее радиостанция со ссылкой на главу МВД Жерара Колона сообщила о 209 помещенных под стражу. Потом журналисты уточнили данные у Дельпюэша. Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысяч человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся Макдоналдс, экстремисты сожгли машину. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки, и подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности за свои действия. В браузер не поддерживает данный формат видео. Воспроизвести видео. Воспроизвести без звука. Чурентиме 0.00. Слеж продолжительность 0.00. Загрузка 0% прогресс. 0% тип потока в эфире оставшееся время минус 0.00. Скорость воспроизведения 1 главы главы описания выкл. Выбрано описание я субтитры выкл. Выбраны субтитры Chaptions Settings. Откроется диалог настройки подписи подписи выкл. Выбрана подписи звуковая дорожка от Adsloost полноэкранный режим TIS и самодал Window. Chaptions Settings диалог beginning of диалог Window. Эчапи уил чанчелян чло сету индау. Текст чаларуй теблач крит брен блу эйлоу магента чан транспарент чи апак уэ семи транспарент бач гроун чалур блач котирит грен блу эйлоу магента чан транспарент чи апак уэ семи транспарент транспарент уиндау чалур блач котирит грен блу эйлоу магента чан транспарент чи транспарент семи транспарент топак уэ фонд сизе 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% текст от гистелина не райсет депресиду не форм дроп шадоу фонд фамилы пропортионал санс сериф манаспачу санс сериф пропортионал сериф манаспачу сериф чесуал шрифт смалчебс дефаультс дани беспорядки начались на улицах Парижа во время первомайской демонстрации закрыть видео закрыть окна тыс и сам адал уиндау модальное окно можно закрыть нажав S или кнопку закрытия окна точка закрыть окна тыс и сам адал уиндау модальное окно можно закрыть нажав S или кнопку закрытия окна точка, 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 точка. ВКонтакте FHBAC Одноклассники Twitter WhatsApp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код Рубтла беспорядки начались на улицах Парижа во время первомайской демонстрации.